На конкурс «Дети читают стихи», Шляхова Арина, 6 лет, город Болхов. Стихотворение Снегурочки. Здравствуй, белая полянка, а Снегурочке привет. Побывал тут с позаранка Дед Мороз, мой славный дед. Это он так разукрасил чудный домик ледяной. Всюду носит за собою он волшебный посох свой. Ах, какая у вас елка, шариков на елке сколько, и пушиста, и стройна, а вам нравится она?